Ася, ты бы проводил бы свободное время в этом месте? Твое. На данный момент? Не, в общем, типа, в принципе, свободное время ты бы там смог проводить? Нет, конечно. Ну, когда как, Да, в понимаешь? смысле? Скорее нет. Окей, все, он ответил. Ася. А, и сейчас за топом придумает вопрос. Ураган. Блин, как бы без палева не дать. Ага. Ты уже странно ответилась. Как бы без палева спросить, что я, чтобы не подумали, что я шпион. Нет, Давай, Ася. Давай, рожай уже. Как будто роддом у нас локация. Я пускай он задаст вопрос, интересно, какой вопрос задаст. Были ли или есть ли люди в данном месте, которых ты ненавидишь? А может и любишь? В этом дискорде всех, а нет, в локации? В локации, да, в локации. Кого я ненавижу? Есть ли вообще такие люди, да или нет? Да. Так, Джонни, в данной локации ты бы взял помидоры, метнул бы просто вот вперед. Да. Почему нет? Знат. Ты был в этой локации? Бля, как хорошо. Ну, скорее да, был. Тато. Так. Подожди. Чем? Убирай. Смотри, Тато, в этом месте бывают ежемесячные поборы. Конечно, да. Я дальше, да? Да. Мэткандри. Что, что, кто? Блять, ну я хотел, сука, про церковь спасти. А кто, кто? Ты знат был? Я пикнул на овощи базу. Блять, я думал, все слетело, блять. Я такой думаю, да какой нахуй помидор, блять. Ну я специально и ответил так, я еще, я думал сказать нет, тогда, ну, не... У меня в итоге роль хулиган была, я бы пульнул реально. Я про помидор хорошо. У меня трудовик был. Так. Друг. А кто кому? Ася, Ася и Урагану. Слышите, когда Ураган спросил про помидоры, я хотел с церковью связать как-то. Я тоже. Нет, на самом деле красавчики, правильно, так и надо, нужно скопируться и фейковую, про фейковую локацию пиздеть. Просто нужно как-то, ну типа, сразу понимать, что Ураган не является этим. Давай, давай. В данной локации как-то... Ну... Давал деньги человеку. Да, и не только деньги. Но и пизды. Так, Джонни. Да. Не хотел бы ты сходить завтра со мной в эту локацию? Конкретно завтра нет, но в следующем месяце можно было. Понял. Знат. Но. Ты был в этой локации? Дай подумать. Блин. Скорее нет. Я даже вживую ни разу. Я, наверное, вживую даже это место ни разу не видел, а так скажу. Ну вот тут под сомнение тебя знаю. Давай. Так, Тато. БДСМ или нет? Это так чисто... Я ваших рофлов не знаю, но БДСМ, я люблю пожёстче. Так, хорошо, Мэткандри. Да. Надевают ли тебе в этом месте мешок на голову? Ну, вообще, да. Каждый день так грустно сказал, вообще, да. Ну, бывает. Ну, не только на голову, да? Давай. А куда еще, блядь? Ну, сейчас покажем. Давай. Скажи, что хотелось. Куда еще? Давай. Чупикс. Можешь ли ты прийти в эту локацию
и на похуй. Просто на похуй. Начать там шашлыки жарить. Начать мангал свой конкретно. Не, ну в теории можно, но так я бы не стал делать. Ася, ты бы смог бы в этой локации получить какую-нибудь травму? Да. Так, сейчас... Подожди, да, сейчас любому задавайся. Знат, вопрос тебе. Как думаешь, ты когда-нибудь в жизни попадешь в данную локацию? Всякое может быть. От желания имеет? У меня сны снились про это место. БДСМ сны? Неважно. Так, я задаю. Да. Так, а кому можно задать? Асе можно. Я просто не знаю, смотрел ли он, вот, про что я хочу. Окей, Ася, эта локация есть в Железном Человеке? Вообще в любой части, там, первая, вторая, третья. Да. Аси. Охуенный вопрос, Роган. Скажи мне, пожалуйста. В этом месте присутствует оружие? Да. Чё, я, да? Угу. Джонни или да. Чупикс, кто-то из вас двоих. Да, одновременно, давай. Джонни, начнем. Давай. Так, спросить. А вот когда, если вдруг ты приобретешь то, что ты хочешь в будущем, как ты думаешь, как часто ты будешь там оказываться? Ну, слушай. Насколько... Ну, блин. Нет, стоп, ты ебанутый! Да ты нет, ебанутый. Ты рано, ты чё? Я наоборот пытаюсь, блядь, запутать шпионы. Хорошо, вам сказать по факту, говорю нормальный ответ, да, буду часто там оказываться. Кто-то не убедил. Вопрос, что за вопрос? Вот я тоже не понял, но скипаем. Ну, типа он купит машину, как он будет... Давай больше шпиону подсказывать. Ладно, слушайте сюда. Давай. Когда туда попадешь, тебе дадут покататься на чем? Кому? Давай. На похуй, кто хочет, пусть только отвечает. Просто все. Давайте, знаете кого? А кто хуже всех отвечал, я не ебу, блядь. Чупикс. Чупикс? Аси, хуже всех. Так Аси или Чупикс? Да не, Аси. Давай мне. Давай, Чупик. И в этой локации тебе дадут покататься на каком-нибудь транспорте? Ну, смотря в какой роли я буду. Не, ну прям в этой локации. Прям в этой нет. Окей. Мэтт? Сложно так. Так. Знат. Я опять. Давай. Валей. В глаз или... Ну... Так. Неубедительный вопрос, конечно. Да конечно же нет. Смотри, если у данной Локи круглосуточный люди. Режим работы. Mm-hmm. Можешь ли ты в эту Локу прийти круглосуточно и... Да. Посуточно, так, пойдет тебе ответ? Да, очень даже пойдет. Чупикс? Бля, кто хуже отвечал? Я не помню. Я. Джонни или Чупикс, кто-то из них. Джонни, ты бы в этой локации скорее разбогател или обеднел? В этой локации? Да. Как бы тебе ответить, Чупикс? А ты на вебке не смотри, так отвечай. Как бы тебе ответить, Чупикс? Я бы в этой локации разбогател. Бровки, блядь, что за выстрелы в сердечко, блядь. Окей. Давай, Ася. Блин. Джонни. Да. Прямой вопрос задам. Если
фильмы, связанные с этой локацией. Я ожидал, что такой вопрос задашь, да. Так он же был, этот запрос. Нет, его не было. Так. Похоже, был. Джонни. Да. Смотри. Был ли какой-то мем с этой локации, в котором говорили то, что там получишь массаж? Да. Не понял. Такой вопрос, что там, ну, прям напрашивается, да, блядь. Ну да. Сука, кто? Я. Блядь, лысый. Да. Либо база террористов была, либо полицейский участок. Я на базу вопросы и давал, просто там какие-то вопросы, потом в полицейский участок пошли. Я специально давал про маску, про БТР и всякую хуйню. Да, я вот старался, а потом вопросы ушли в полицейский, я думаю, а как мне теперь, блядь, вывернуть нормально базу? Когда ты спросил про этого, как он, про железного человека, я подумал, что ты меня поддержал, блядь. Не, ну я пытался понять, типа, у меня оставалось вот что-то вот из вот этого вот связанного. Я вот про полицейскую академию не хотел ничего говорить, и вот я... Да, я так и понял, да. Да, я тебе подозревал, поэтому... Фреда, идёт! Так, давайте. Сейчас у нас... подожди, кто сейчас? Ураган мне? Так... А, даже такой. Угу. Бля, я не знаю, что... Блин, мне этот вопрос надо вообще не знату задавать. Ты планируешь посетить эту локацию в ближайший год? Да. Знат. Ну. В этой локации. В этой локации. Есть дресс-код? Ну. Если только у... Нет, тихо, не уточняй, не уточняй. Говори да или нет, не уточняй. Скорее, наверное, нет. Наверное, я. Так. Тато. Так, в этой локации люди оставляют большую сумму денег. Честно скажу. Ну да. Тато. Там слово. Мэтт Кантри. Сейчас. Тебя туда привозят или туда сам идешь? Ну, обычно первое. Чупикс. Можешь ли ты выпить кофейка? Да. Да. Аси. В этой локации много бывает там электроники, техники разные? Да, конечно. Давай, Аси. Ты ураган, когда был маленьким. Часто побывал в этой локации? Кстати, да. Очень много. Так, Джонни. Ты же, ну, ты любом можешь, не забывай. Ну, я тебе и не хочу по приколу. Туда можно прийти и получить паспорт. Да. Аси. Затрахало ли тебе это место? Нет. Нет? Нет. Еще нет. Знат. Так, ураган. Да. Ты закончил это место в свое время? В смысле закончил? Ну... Нет. У тебя нет такого образования? Нет. Как я могу это... Получи базой быть? Вдруг. Ну, что, спокойно. Это в кайфку заходишь. Я удалил сегодня. Джонни. Я слушаю вас. Давайте все. Да, у тебя конфискуют какой-то документ, когда ты туда приходишь? Да.
Бля, у Джонни тактика, он будет говорить всякую хуйню. Не-не-не-не-не-не. Нет. Нет. Давай, Мэтт. Кому задать вопрос? Ну, в принципе, Тато, если технически подумать. Если вы можете задать любой вопрос, я просто прямо отвечу. Можно ли вопрос, который задал Знат Урагану, считать, хочешь, нет. Считать тем, что сомнение включилось? Скорее, да. Поэтому, что Знат, вы? В который раз тебя именно спрошу. Давай. Знат. Да. Вот смотри. Когда ты приходишь в это место, но могут ли там тебе ответить не по-русски? Ну, или с плохим русским? Могут. Припекс. Аси. Ты бы слил туда дохуя денег? Мог бы ты слить туда дохуя денег в это место? В данный момент или в будущем? Вообще. Вообще. В принципе, вот в твоих мыслях. Ты бы смог туда в теории слить дохуя денег? В теории, да. Да дым! Тихо. Ася, давай. Не знаю, кого подозревать-то. Мэтт Кантри. Мэтт Кантри. Да-да-да, я слушаю. Ты последний раз, конкретно ты. Тихо. Когда будешь там, в следующий раз? Ну нет, да или нет, Ася? Вопрос задал, блин, ты сперва про прошлое, потом про будущее. Я сейчас. Хорошо. Ты часто посещал это место? Вообще ни разу. Наверное. Странно. Так. Кто у нас подозрительный самый? Да бля, Аси, Знат. Нет, Аси можно вычеркнуть. Тату подозрительный. Почему я подозрительный? Я говорю, закиньте любой вопрос, тогда прямо отвечу. Давай, Тату. Можно я задам вопрос Джонни? Да не ты надо. Ты бы в этом месте мог бы словить Crash Time? А что это? Что такое Crash Time? Ну поясни, бля, я не могу тебе ответить. Не, ну это... Да или нет? Да я не понимаю, бля, что такое Crash Time? Ну просто по-твоему... А что, в интернете слышал? Я по этой причине бы туда попал бы, да. Удаман. Так, короче... Блять, ну кому сейчас? Ладно, окей. Ну давайте мне, если... Нет, ты уже ответил. Это надо... Да я себе вычеркнул, на самом деле. Чупикс. Блин. Скажи, пожалуйста. Можно ли... Хорошо. В этом месте 0 это хорошо или плохо? О, блядь, нет. В этом месте 0 это хорошо? 0. Ну, если прямо отвечать, то скорее хорошо. 30 сек. Угу. 0 это хорошо. Да сука, кто был? Ася. Блять. Блин, я вот хотел его в казино склонить, но... Ну я вот казино и склоняю. Да вот Crash Time это пиздец на самом деле, типа... Crash Time, я вообще не понял. Короче, Crash Time, смотри, Crash Time, тут игра слов была в автосервис и в казино. В казино ты, когда есть игра, Crash, ты типа ставишь, допустим, идет, короче, полоска и множитель. И ты должен вовремя остановить, чтобы забрать. Можно один вопрос? Я откуда нахуй должен был это знать? Это казино. Это одновременно вопрос к сервису и казино. Вот это не знал. Не, ну типа, Аси сидел, херачил. И типа, я думал, ты тоже это время застал и знаешь, что такое. Вы никто не поняли вопрос, затрахало ли это место? Нет. Ну, вот это нет. Нет, нет. Короче, Давидыч же на Порнхабе всегда реклама с Давидычем, как он рекламил сервис, блядь. Не, не знал. Я поэтому прям... Я воспринял по-другому вопрос, типа... Я понял, да. А можешь релоуднем вообще, потому что Ася выиграет, даже если он не шпион, скорее всего... Чё? Да пусть Ася выиграет. Давай. А, блядь. А, нормально. Чё, ехала? Угу. Кто начинает? Так, а чё, очки остались? Нет, ну, нормально, просто реролл нули. Не, нормально. А кто начинает? Кто начинает?
Я, получается, потому что ураган был. Хорошо, знатик, мой хорошенький. Был ли я в этом месте, опять спросишь меня? Нет, 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 я тебя спрошу немножко другое. Это понятное дело, что в этом месте был. Вопрос в другом. У кого шумы какие? Короче, хорошо, знаете, в этом месте можно ли что-то приобрести? Ну да. А дальше? Чё, блядь, за вообще ебанутый, кто это? Ася, еблан? Тато, когда тебе будет за 50, ты хотел бы там оказаться? Я и сейчас не броню. Так, Мэдыч, в этом месте есть какие-то популярные люди? Всегда. На самом деле не всегда, но ладно, пускай будет всегда. Так, Чупикс. Угу. Печет ли тебе солнце, когда ты находишься днем на этой локации? Ну, по-разному может быть, на самом деле. Задавай. Так, Аси. Я боюсь, что Джуни быстрее догадается, что зло. Да и не пиздясь, ты наоборот вот этим своим вкидом к хуйню мне этот. У меня есть три подозрения. Да, да. Давай. Блять, сейчас надо подумать, я придумал охуенный вопрос, но забыл. Сейчас, Аси, ты... Ты бы смог бы просто крикнуть на этой локации или... Нет, просто, просто закричать. Да. Ну, что-что? Если захотел бы, смог бы. Вот так, да, Ася? Хорошо. Uh-huh. Давай, задавай вопрос. Ураган. Ты бы повел туда... Отвез бы вообще туда своих... Дедушку, бабушку. Конечно. Просто, вот просто с двумя руками бы. Так. Так, Джонни. Как бы тебе это задать? Ну ты бы туда пришел с канистрой бензина. Да. Аси. Так лицо быстро поменялось. В этом месте. В этом месте. Огорожена территория? Я опять всяко отойду? Да. На. Так. Смотрите, он сам себе этот вычеркивает. Он по локации... И никто не вычеркивает, Ася. Не пизди. Джонни, шел бы ты на эту локацию с фотоаппаратом? Да. Фотоаппаратом. Кто в подозрении? Джонни. Джонни. У меня. Ну есть немного Джонни, да, подозрения. Ну души тату. Джонни. Давай. Хочешь ли ты там побывать? Да. В данном... Ладно. Мэда нет. Я пришел. Нет-каунтри. Давай. Я просто окошки открывал. Духота дома, пиздец. Мы поняли. Так, вопрос какой-то, да? Бля, сейчас выгорит, когда за шпиона выберет. А что, задаешь? Кому угодно. Кому угодно, да. Сдвиг кому угодно. Меня смущал чей-то ответ, но пока я кошкой закрывал, я вообще забыл всю игру и кто как отвечал. На кого подозрение есть? Кому на меня, на меня. Да, Ураган,
я и на урагана тоже. Реально на меня. Не, урагана я не помню ответ уже даже. Ну задай урагану, задай урагану. Хорошо, хорошо, хорошо. Смотри, если у тебя беруши, будет ли тебе по кайфу в этом месте? Вообще охуенно будет. Давай себе выбирай. Чупик. Не, я знаю, что ты шпион. Так. Джонни, ты бы смог бы переночевать в этом месте? Да. Аси. Окей. Джонни. Ты что за лунтик у нас? Сейчас я перефразирую как-то. Чтобы не палевно и спалить его сразу. Да, да, да. Типа не шпион. Не шпион. Аси, мне не кажется, что шпион, кстати. Джонни. Да че меня душите, все вон чупикса давайте или урагана? Че? Че? Есть ли в этой локации вообще ограниченные места? Нет. Ну, блять! Тебе сказать сейчас? Вообще, не, бывает ограничено. Хорошо! Ну, я просто могу сказать, что 100% отвести от себя подозрение. Давай. Скажи, давай. Недавно такое происходило. И много кто говорил об этом. Я понял, о ком. А кто сейчас вопрос задает? Я. Давай. Так. Джонни, тебе нравится Макдональдс и Фортнайт? Нет. Чупикс. В этом месте. Давай так. 30 секунд, блядь. В этом месте можно уединиться? Вряд ли. Не получится, наверное. Так, Чупикс. 13 секунд. Нам, похуй, шпионову хуже. Бля, ёбаный, я же говорю... А, кто это, Знат был? Это Знат, да. Сука. А что ты выбрал? А. Автогонки. Я вот, я на автогонке смотрел, на самом деле, специально давал. Это игрок концерта.